Итак, пока идет награждение первого отделения, мы переходим к участникам второго отделения. Итак, давай знакомиться. Как тебя зовут? Меня зовут Настя. Настя, очень приятно. Меня зовут Азамат. Как дела? Хорошо. Как подготовка? Нормально. Готова? Да. Полностью? Да. Покажешь всем мастер-класс? Да. На какое место рассчитываешь? На первое. Правильно, а гран-при чё? Тоже. Вот, не забывай, гран-при это лучше, чем первое место, знаешь же, да? Да, как зовут руководителя? Алина. Алина? Алина тебе подготовила этот танец, да? Ей большое спасибо за это, да? Хорошо, сколько раз выступала на сцене? 4. 4? Ты даже запомнила это? Ничего, хорошо всегда получалось? Да. Давай мы тебя ждем еще. Ты должна выступить раз 100. Да, ты уже будешь считаться профессионалом, правильно? Первые места занимала? Да. Еще будешь? Да. Сегодня займем? Да. Молодец, правильный ответ. Я желаю тебе удачи. Пусть будет так, как ты хочешь. Всего тебе хорошего. Танцуй. Всегда танцуй. Любишь же танцевать? Все верно? Да. А я тоже люблю, поэтому мне тоже удачи, да? Да. Классно. Peace. И в него я влюблена. Мне надоели переписки. Просто я хочу гулять. Хочу любить и веселиться. Громко петь и танцевать. И я свободна, будто птица. Зацени.